Всем доброго утра. У нас сегодня достаточно такой интересный получается. Я вам говорила, что проекции на неделю нет смысла снимать, потому что каждый день совет дня у нас будет очень обширный, ну, достаточно объемный, но постараюсь все-таки уложиться хотя бы в 3 или в 5 минут. Итак, у нас здесь наша печальная пятерка кубков. Дальше рыцарь. Так, рыцарь посохов и карта смерть. Что хочется сказать? Во-первых, сразу скажу вам, что необходимо упрямо придерживаться установки на хорошее, потому что карты достаточно плачевные, либо вы пережили какой-то стресс. С одной стороны, это для вас был стресс, а с другой стороны, рывок вперед, вверх и к новым целям, к новым испытаниям. Итак, во-первых, откажитесь от старой привычки расстраиваться и досадовать по любому поводу. Это нам говорит пятерка кубков. Пятерка кубков, да, она показывает иногда на, знаете, вот по этой колоде, по правицу, про дыру в бездну, я бы так сказала, да, про то, что вам не нужно, пора уже спалить, уничтожить, и чтобы оно вам никогда не мешало. Но бросается в глаза то, что вы прямо подходите к краю, и там постоянно рассматриваете и копаетесь. А что же там? Так вот, если вы не хотите, чтобы вас засосали какие-то обстоятельства, то поступайте поумнее. Не надо анализировать чересчур. Не подходите к краю, потому что вы можете туда же упасть. Поэтому по пятерке кубков по этой колоде просто рекомендуется однозначно отказываться о том, что вас расстраивает. И ни в коем случае не смотреть вниз. Когда вы идете, вы же не смотрите себе под ноги, вот так не наклоняете голову. То есть пятерку кубков необходимо абсолютно убрать. Это сегодня, да? У каждого свои, я бы сказала, загоны. Каждый расстраивается по своему поводу. Возможно, даже вы это не показываете, но, может быть, у вас где-то там подгрызает совесть. Вот так вот. Ну, в общем, пятерку кубков сразу убрать и радоваться любым проявлениям вашего мира. И причем сочетание рыцарь жезлов с картой смерть. Во-первых, хочется сказать, что ничто не вечно, и все имеет свой срок и время, поэтому сейчас ваше время, наслаждайтесь, живите и как можно быстрее реализуйте именно то, что вам нужно, потому что для рыцаря жезлов не бывает преград, он со всем справляется. Поэтому радуемся любым проявлениям нашего мира, любым проявлением того, что мы желали, и оно произошло. Это, конечно, очень необычный способ поведения, когда все вокруг, может быть, печалятся, да, но ведь у вас и цели, скорее всего, совсем необычные. Может быть, ваша цель даже связана с тем, что вы хотите исполнять для кого-то желание стать тем же самым джинном, да? А разве можно этого достичь обычными методами? Если какие-то запредельные цели, они невозможно дойти до ними, ну, дойти до этих целей буквально за 2-3 дня, и причем добиться максимальных результатов. Конечно, все методы хороши. И, возможно, они не совсем традиционные методы. Принимая и транслируя негативную же энергию, да, по пятерке кубков, которая у нас в самом начале была, вы создаете свой собственный ад. Поэтому вы принимаете и транслируете позитивную энергию, и вы создаете свой рай. Здесь рай именно по карте, карта смерть и рыцарь посохов, оно нам сегодня говорит о том, что все имеет свой срок и все скоротечно. Поэтому то, что вы ставили перед собой, свои цели, куда вы двигались, туда,
туда, туда и немедленно только туда. И у вас обязательно все получится и реализуется, потому что именно по колоде провидца, да, мы даже видим транспортное средство, которое с одной стороны опасно, но с другой стороны молниеносно вам ускорит темп. Также здесь есть птица, одна из магических птиц. Ну, не будем здесь сейчас об этом. Я хотела снять все-таки короткое видео, поэтому всем прекрасного настроения и хорошего дня. Это прогноз у нас был на сегодня, на четверг. Ну и вперед к новым начинаниям, к новым вершинам. Оставьте свои проблемы за спиной. С любовью, ваша Каролина.